Сегодня я бы хотела показать вам те произведения, которые находятся, во-первых, только в коллекции Русского музея, во-вторых, они всегда в экспозиции, во всяком случае, почти всегда в экспозиции основной. Русский музей обладает колоссальной коллекцией. Это 400 тысяч экспонатов, даже уже больше. Примерно 10-12% постоянной экспозиции находится. Но если посещать все временные выставки на протяжении там, 10 или 8 хотя бы лет, то все достойное внимания зрителю видит даже не однажды. Зачем нужно без конца смотреть одно и то же? Просто в разном контексте произведение может как бы показать то одну, то другую грань своего содержания. Содержание хорошего произведения искусства, оно всегда неисчерпаемо. И надо сказать, что иногда современники не видят то, что увидят потом, спустя какое-то время, даже годы, люди другого поколения. Им покажется очень многое очевидным, или наоборот, то, что казалось знакомым и понятным современникам, уйдет и откроется какой-то новый смысл. Русский музей – бесценная сокровищница, которая собрала опыт целой нации, государства. Этот опыт тысячелетний, с X века, с золотого клада X века по настоящее время был прожит в режиме реального времени и был овеществлен в произведениях искусства. И это дорогого стоит. Это настоящее, наше наследие, культурное наследие. Потому что время приходит и уходит, а люди приходят и уходят, целые поколения приходят и уходят. Очень много меняется в этом мире. Но что же остается? Остается память в виде произведения искусства. И поэтому трудно переоценить значение художественного музея, потому что искусство с наукой параллельно открывает мир. И то, что кажется очевидным, оно очевидным было не всегда. А то, что в искусстве вдруг открылось, вдруг оказалось откровением. И опыт нравственный, духовный, интеллектуальный, а прожитый был отражен и запечатлен очень точно, точнее, чем в словах даже, в изобразительных произведениях, в произведениях изобразительного искусства. И сегодня у нас такая тема, может быть, она покажется вам странно, почему именно женский образ, разве есть различия между мужскими и женскими образами? Различия есть, я сразу скажу. И в русской культуре очень много национальных особенностей, и вот об одной из особенностей мы сегодня с вами и поговорим. Ну что же, женский образ в русском искусстве. Я ограничусь только периодом до середины XIX века. И перед нами икона, она находится в экспозиции первого зала, в первом зале древнерусского искусства. Она огромна по размерам. Это 155,5 сантиметров на 106 сантиметров. Огромная икона. Это большой храмовый образ. Богоматерь Умиления Белозерская, из города Белозерска. Белозерск – это северный сосед Новгорода. Это новгородская школа иконописи. И это первая половина XIII века. Самая древняя живопись в собрании Русского музея – XII век. «Ангел, золотые волосы» – это визитная карточка музея. А перед нами первая половина XIII века. Это еще до монгольского периода икона. И это совершенно бесценный памятник. Такие иконы писались для главных храмов. Они рассчитаны на восприятие с огромного пространства издалека. Можно подойти ближе. Икона искусства, которое обращается к вечному. Средневековая культура считала, что жизнь человека – это краткий миг. И нужно ее использовать для того, чтобы предоготовить ее для жизни вечной. И средневекового художника принципиально не интересовала как бы жизнь
земного человека, земная жизнь. Его интересовала всемирная история с двумя основными главными героями – Богоматерью и Христом. И кого изображали на иконах? Изображали ангелов, святых, изображали пророков, изображали Христа, Богородицу. Но на Руси, когда было принято христианство, культ Христа встречал противодействие, а культ Богородицы – нет. С чем это связано? Это было связано с тем, что древнее славянское божество, главное, было женского рода. И очень разные названия были у и Берегини, и Макош, позднее название. Но это было женского рода божество. Такая мать сыра земля, все рождающее, все питающее. И культ Богородицы, он накладывался на этот культ еще языческий. И эта традиция сохранилась до сих пор, почитание Богородицы. Она более древняя, чем в Западной Европе. Там с XII века почитание Богородицы. У нас гораздо раньше, на Руси. И эта традиция сохранилась до сих пор. Если мы войдем в православный храм, мы посмотрим, где больше свечей стоит. И увидим, что перед иконами, которые изображают Богородицу. И вот перед нами эта большая, очень величественная икона «Богоматерь умиления». К тому моменту, когда Русь принимает христианство, в Византии уже существовало более 800 типов изображений Богородицы. В настоящее время считается, что более 3000, даже 3,5 некоторые исследователи называют. Но на Руси самым распространенным и любимым стал тип изображения «умиление». Умиление или елеуса, милующее, значит, в переводе. В самом звучании этого слова есть какая-то вот певучесть, какая-то мягкость. Когда Богородица на руках держит младенца Христа, он поддерживает его рукой, он обнимает ее за шею, тянет руку свою вдоль шеи, прижимается щекой к щеке Богородицы. И вот единый широкий, плавный, такой спокойный силуэт соединил две фигуры – Христа и Богородицу, тем самым показывая их единство, их слитность. Богородица осенена нимбом. Нимб или нимбус – это туча и, на русский язык в переводе. И он пришел в христианское искусство из древнеримского искусства. Там нимбами снабжались в позднем римском искусстве божества, которые олицетворяли светила небесные – Марс, Венера. А в христианском искусстве это стало знаком святости круглый. Нимб вокруг Богородицы, вокруг Христа, он имеет красный цвет. Красный цвет – это цвет божественного огня и еще цвет жертвенности крови. Богородица изображена, вот, заполняя пространство этого огромного поля иконного. И нимб выходит за край этого белого иконного поля. Она как арка, вот, голова уподоблена храму. И в этом храме Христос. Очень красивая икона по цвету. Поверьте мне, здесь на экране не очень точно. Фон белый, лазурные поля, темно-вишневый мафорий Богородицы. Это плат, который носили замужние женщины. Оранжевый хитон Христа. В полях вот эти круглые клейма, в них изображены пророки. И главный предмет их пророчества – рождение Христа, значит, пришествие христианства на землю. И получается, что Богородица с Христом на руках, как храм, и эти пророки соединены вот этой аркой, этим нимбом. Это как соединение церкви Ветхозаветной и Новой. Одно рождается из другого. Внутри широкого плавного силуэта Богородицы отвесные, прямые, такие параллельные складки, ее мафория. И в этих складках есть ощущение такой четкости, такого торжественности. А вот в складках хитона Христа есть такая изломанность ритма. И этот сбивчивый, изломанный ритм рождает впечатление беспокойства. Трудно встретить женщину с таким лицом. Но христианское искусство не изображало конкретные лица, оно изображало лики. Это лик, это знак. Это символ. По пророчеству Симеона, неканоническому Евангелию Симеона, утверждалось, что Богородица знала о судьбе, которая ждет ее сына. И оружие пройдет твою душу. И, зная о судьбе своего сына, она скорбно, но с достоинством, с внутренней силой несет ту скорбь, которая есть у нее в душе. Чуть дрогнул рот, чуть дрогнули брови, большие глаза, огромные глаза, как средоточие, вот такой душевной силы и душевной скорби.
Руки Богородицы. Вот жест, если его продолжить, получится крест. И в этом тоже очень большое значение. Одной рукой она придерживает Христа, она как бы касается его. А другая рука поднята в таком немом вопросе. Словно вопрос, почему, за что? И пальцы вот этой руки, левой, подняты вверх, они даже более тонкие и длинные, очень выразительные. Если мы возьмем ладони Христа и тоже продолжим их движение, вот линии, которые они обозначают, тоже получится крестообразная фигура. И в этом тоже очень большая символика. Вишнева в мафоре Богородицы имеет вот такую золотую кайму, обшивка золотом. И это золото — это царственность, это сияние райского мира, в котором пребывают Христос и Богородица. И огромное по величине, так мастерски написанное драгоценными красками, эта икона производит большое впечатление. Если вы видите иконы, где в обилии используется лазурный цвет, это точно княжеский заказ. Очень дорого стоили краски. И лазурная краска, она была очень дорога. И сочетание вот этого темно-вишневого, красного, густого и лазурного цвета говорит о том, что это княжеский заказ. Такие иконы писались для главных храмов города. По княжеским заказам писались лучшими мастерами. Художник, который мог написать такую икону, был очень большим мастером. Когда говорят «дорогая икона», художник мог быть ведь и монахом и ничего не взять за свою работу. Но очень дорого стоили краски, длительным было исполнение. И далеко не каждый мастер мог исполнить такой шедевр. А это шедевр, эта икона, она является таким... лучшим произведением. Трудно сказать лучше, все лучше, но это один из шедевров коллекции Русского музея. Аналогов эта икона не имеет. Это совершенно уникальное произведение древнерусского искусства. И хочется спросить, о чем эта икона? Вот древнейшая песня материнства. А Богоматерь — это образ женщины, это образ матери. Не случайно так высок был культ на Руси Богоматери. Ей поклонялись как заступницы. Очень многие древнерусские города выбирали ее своей покровительницей. Она была покровительницей Киевской Руси. А не случайно в Софийском соборе в Киеве, в конхе, вот в апсиде, в алтарной части большая мозаика с такой мощной фигурой Богородицы, Оранты с поднятыми руками, а ладони, обращенные вверх, это мольба к небесам, это заступничество за весь род людской, пред кем? Пред Богом, который в небесах. Не случайно русские люди назвали это изображение «Богоматерь – нерушимая стена». Это защита, которая никогда не рухнет. И сияющая вот на золотом фоне эта мощная фигура, она величия полна. Как полна величия и эта икона. Тема материнства, заступничества. Вообще Богородица сопровождала древнерусского человека всю его жизнь. Когда ребенок рождался, при крещении он получал икону Богородичную. Когда человек умирал, вот в последний путь его сопровождала иконка Богородицы. Когда человек вставил дом, пахал поле, отправлялся в какой-то дальний путь, всегда сопровождала Богородица или молитва Богородицы. Когда неприятель брал город, и люди, жившие в этом городе, укрывались в храме, они возносили молитву Богородицы. Это была последняя надежда, больше уже просить пощады и заступничества было не у кого. И культ Богородицы был очень велик. И эта икона, которая изображает, ну, как бы абстрактных героев, которых никто не видел, она наполнена... таким понятным каждому живущему человеку содержанием. Это тема матери, это тема материнской любви. Причем это мы не умозрительно придумали, это вытекает из общего композиционного строя, из цветовой гаммы произведения, из этого внушительного, большого, величественного образа, который создает средневековый мастер. Работа исполнена неизвестным художником, потому что не было традиции икону подписывать. Икона принадлежит Богу, а не художнику. И, к сожалению, имя мастера, который исполнил эту икону, оно до нас не дошло. Сохранилось зато его произведение. Бесценное произведение, которое открывает экспозицию Русского музея. Богоматерь Адигитрия. Вот если умиление — это младенец, щекой прижимается к щеке Богородицы, то Адигитрия —
Это путеводительница. В Византии был монастырь Адагон. После победы христианства он был посвящен Богородице. И когда войско шло в поход, там служили молебен, ставили икону Богородицы перед войском и одерживали победу. И Адигитрия путеводительница, она заступница всех, кто находится в путешествии, вдали от дома, в воинском походе, в пути, охранительница. И перед нами произведение, которое имеет авторство. Это Дионисий и мастерская. Вообще икона – дело, которое могли создавать не один мастер, а целая мастерская. От мастеров, которые готовили поле иконы, от мастера, которые готовили левка, основу на которой создавалась живопись, готовили краски. Всегда лучшие, главные, ответственные части иконы писал глава мастерской. Вот здесь, скорее всего, лик Богородицы писал один художник, а лик Христа писал другой мастер. Известна дата создания этой иконы – около 1502-1503 года. Это из собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. И Дионисий был княжеского рода, он не был монахом, что довольно редкостью было для художника такого уровня. Он был необыкновенно образованным человеком, и он был очень независим. Он расписывает храм Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре. Тогда это был самый удаленный, самый северный монастырь. И сейчас-то туда не просто доехать, а тогда это было очень удаленное место. И он расписывает храм, нарушая все законы, которые существовали. Храм расписывался по определенным правилам, и чем ближе к алтарю, и чем выше к небесам, тем более ответственные сюжеты в храме. По определенному порядку шли росписи. А Дионисий расписал храм на сюжете песнопения «Во славу Богородицы». И по преданию Роман Сладкопевец, византийский поэт VI века, написал эти песнопения кафисты, значит, не седальные. Служба в храме не всегда была, как бы стояли. Было время, когда и сидя слушали. Но когда пели акафисты «Во славу Богородицы», все обязаны были встать. Никто не имел права сидеть во время пения акафистов. И на сюжеты песнопений, которые восхваляют Богородицу, расписан храм. А над входом фреска «Рождество Богородицы». Отсюда и название этого храма. И эта икона занимала в храме очень важное место. Она была в иконостасе. И Богородица Адигитрия, напутствующая, охраняющая. Христос в архиерейских облачениях изображен, и в руке он держит свиток. Свиток – книга – это Евангелие. А рука Христа благословляет Богородицу. Здесь она тоже уподоблена храму. Вот эта огромная куполообразная форма головы, нимба. Рука Христа, которой он благословляет Богородицу, находится в треугольнике, окаймленном золотом. Это синий треугольник – платье Богородицы. Нижние линии – это мафории, а вот верхние – это горловина, одеяние Богородицы. В этом треугольнике находится рука Христа, и он благословляет Богородицу. Богородица – это храм. У Богородицы очень много символов. Горящая свеча – это символ Богородицы. Лампада горящая в храме – символ Богородицы. Храм – это символ Богородицы. Русь – царственный удел Богородицы. Это все символы Богородицы. Если в храме лежит на престоле Евангелие, значит, в храме присутствует Христос. И вот перед нами икона, которая изображает и храм, и Христа. И Христос благословляет церковь земную Богородицу. Ведь она земная женщина. Почему еще ее так почитали на Руси? Она земная женщина, но ей был уготован совершенно необыкновенный путь. Удивительная судьба. Земная женщина, которая родила Бога. И отсюда такое почитание. Одной рукой она придерживает, держит на руках Христа, а вот другая рука у нее изображена в таком жесте. Она словно охраняет, защищает младенца и словно указывает молящемуся на младенца. Вот есть искусство пантомимы, когда при помощи движений целые рассказы ведутся. Эти рассказы очень понятны всем. При помощи пантомимы можно передать любые мысли, любые чувства. Вообще нет такого чувства и нет такой мысли, которую нельзя было бы передать в движении. Это задача танца, задача скульптуры, искусства скульптуры, очень сложного искусства. Это вопрос, которым в совершенстве владели древние русские мастера. Вот Анри Матисс, француз, когда приехал в Россию, он был удивлен, зачем русские художники едут учиться в Париж, когда у них в
России на русской почве есть своя очень хорошая художественная школа. Он был потрясен, как из тысячи всевозможных линий древнерусский мастер выбирает самую выразительную. Когда Матисс увидел русскую икону, он был просто потрясен. Основные средства выразительной иконы – это линия и цвет. Объем не передается. Свет, он не тварный, он не земной. У нас свет, он откуда-то и сверху обычно. Вот ощущение бестелесности. Христианское искусство очень долго решало вопрос, изобразимо божество или неизобразимое. В Византии вопрос был решен, да, божество можно изображать. Изображать нужно телесно, но чтобы зрелище было бестелесное и постигаемое только умом. Вот основная предпосылка христианской эстетики. И древнерусские мастера, когда Русь принимает христианство, они уже получили готовую художественную систему, но на русской почве это византийское искусство, очень строгое, высокое, аскетичное, приобретает свои национальные черты, свои национальные особенности. Одно из главных свойств русской культуры – быстро, охотно взять иноземное, освоить, придав свои черты, сделать своим. И так было, и так есть до сих пор. Это говорит как раз о силе, о молодости культуры. Молодая культура может очень многое быстро впитывать. На русской почве византийское искусство становится иным. Дионисий – это вершина древнерусского искусства. Это изысканность, это интеллектуальность, это такая умозрительность во многом. Это свойственно его иконам какая-то совершенно невероятная элегантность. Хоть нельзя это слово произнести вкупе с образами иконными. Но посмотрите, если мы сравним предыдущее изображение, скажите, где более убедительный образ? Наверное, первый. А здесь есть какая-то высота мысли, духа и даже вот интеллекта. Но тем не менее, очень плохо сохранился фон, но он был золотой. На золотом фоне писали древние иконы, и царские заказы выполняли. Очень крупные мастера писали на золотом фоне. Золото – сияние небесного мира, райского мира, в котором пребывают Богородица и Христос. Над лбом и на плечах звезды золотые. Это знак того, что Богородица не утратила своей чистоты до рождения, во время и после рождения Христа. Золотая кайма. Посмотрите, как великолепно расшита драгоценными камнями вот кайма этого Мафория. Как изысканно художник, в общем, разноцветные драгоценные камни изображены. Зеленая подкладка Мафория вот здесь. Чепец, поверьте мне, он такой густого лазурно-небесного цвета. Лазурный цвет – цвет Богородичный. Не случайно купола часто голубого цвета в храмах. Зеленый цвет подкладки Мафория, он отчасти, исследователи, соединяет с радугой небесной. И Христос, есть такой тип изображения Христа, сидящего на радуге, как властителя мира. И в такой же позе, вот руки разведены, широко изображен Христос. И вот перед нами властитель мира, Богородица, которая защищает его. И еще она указывает молящемуся на путь, который должен пройти каждый живущий на этой земле. Это путь познания Христа, путь познания Бога. И каждый должен пройти этот путь самостоятельно, в одиночку. Это путь земного, живого человека. На то и земная жизнь отпущена. И образ, который создает Дионисий, он полон величия, как и предыдущая икона. Эта икона тоже большая по размеру. 141 сантиметр на 156 сантиметров. Созданная в начале XVI века икона – она не утратила своей актуальности сейчас, в 21 веке. И эта икона, она, несмотря на то, что изображает героев священной истории, содержание этой иконы, оно понятно людям земным. Вообще содержание иконы, если у человека есть душа, оно будет понятно, потому что оно обращено к внутреннему миру человека. И это тема матери, все рождающей, все охраняющей, все взращивающей, как бы несущий ответ за все рожденное. Воплощенная эта мысль в образе Богородицы, она звучала очень убедительно. И это произведение, оно не утратило своей значимости для нас, людей, которые живут спустя уже много времени, после того, как икона была создана, икона была написана. Две темы слились воедино – материнство и заступничество. И грусть в лице, во взгляде, в жесте. И жест полон любви, и сочувствия, и вопроса. И древнерусское искусство, которое очень далеко от земных проблем,
раскрыла земные представления наших предков, связанных с пониманием земного предназначения женщины. Женщина – это мать, дающая жизнь. Поскольку жизнь дает, то она и оберегает эту жизнь. И икона раскрывает сущностные понятия. То, на чем держится жизнь. Потому что люди приходят и уходят, время все поглощает, но вместо них приходят следующие. Без этого жизнь не будет иметь никакого продолжения. Наступает новое время, ведь изобразительное искусство совершает переход от Средневековья к новому времени. Происходит Петровское время, в Петровскую эпоху, когда русское искусство осваивает совершенно новые техники. Это масляная живопись, в архитектуре это был ордер, ордерная система, это появление круглой скульптуры в европейском понимании скульптуры. Это новые материалы, это не дерево, на котором писались иконы, не темпера, это холст, это масляная живопись. Появились свои отечественные мастера, и уже можно говорить о своей национальной художественной школе нового времени. Самым лучшим живописцем Петровского времени был добрый мастер, как о нем отзывался Петр. А Петр очень ценил этого художника, Иван Никитин. Иван Никитин создает первым образ женщины нового времени. Свое суждение о мире имеющей, женщина, которая, оставя немощь женскую, становится соучастницей жизни своего мужа, который одним присутствием может украсить общество. И мы видим женщину, которая одета и причёсана на европейский манер. Она действительно может украсить общество одним своим присутствием. Женщина образованная, женщина умная. Необычна ее судьба. Была племянница Петра I. Старших сестер Петр устраивает династические браки, выдает замуж в Европу. А Прасковья Иоанновна, она была болезненная, хроменькая, тихая, жила со своей матерью Измайловской царевны по месту их проживания. А потом тайно обвенчалась с Дмитрием Мамоновым, сенатором, и Петр как-то никак ее не наказал. Но пока замужество ее еще впереди. Ей всего 19 лет, и художник создает образ женщины очень скромной, тихой, но в этих внимательно смотрящих на зрителя глазах, про которые можно сказать, они Божий дар, есть чувство достоинства и внутренней силы, и впечатление какой-то затаённости. Вот то, что принято говорить целомудренность, но сейчас это слово как-то ушло из нашей жизни. А, наверное, вот то достоинство, с которым эта женщина смотрит на нас. Темный фон, вот такой как бы полумрак окутывает ее, и светом выхвачено ее лицо, ее фигура. Написано блестяще и горностаевый мех, и бархат, и парча. У нее парчевое платье. Образ женщины, которая у нас вызывает чувство уважения, и внимания, и интереса. И, несомненно, это очень красивая женщина. Вот художники знают, что такое красота. Это как бы всем понятно. И когда художники пишут женские лица, вот очень часто заказные портреты создаются. Но иногда художники создают портреты, которые можно назвать идеалом человека. А 18 век – это всегда положительный образ. Вот еще одна из ярких особенностей русского искусства 18 века – это всегда такой личностный подход к изображению модели. И еще это всегда положительный образ. Начиная с Петровского времени, художник, когда пишет портрет, он проделывает очень сложную работу. Он проделывает такую работу. Он смотрит на человека, и все личные качества он раскладывает на отдельные. Потом все плохое убирает, а все хорошее оставляет. И портрет является идеальным изображением конкретного человека. Это даже не то, что было, а то, к чему стремилось. И вот перед нами первый образ женщины нового времени в русском искусстве, такой идеал красоты, внутренней силы, достоинства создает Иван Никитин, лучший живописец Петровского времени. Коллекция Русского музея XVIII века, она обширна, и экспозиция XVIII только века, это 6 залов, полных залов, Петровское время один зал постоянной экспозиции, но еще есть экспозиции в Михайловском замке и в Строгановском, картинная галерея есть. Там тоже коллекция Русского музея представлена. И если мы идем по классической экспозиции, то мы через зал
Входим в зал, где представлены портреты кисти Федора Степановича Рокотова. Вот перед вами портрет Суровцевой. Надо сказать, что Федор Степанович Рокотов – это художник второй половины XVIII века. Прослеживаются два периода его творчества – петербургский и московский. Он переписал всю русскую знать. Более такой определенный по форме период петербургский, более такой световоздушный, очень легкий по живописи московский период. Сейчас я вам покажу два портрета, и мы увидим. Вот это портрет Суровцева, это портрет графини Санти. Рокотов писал один сеанс в неделю. Он перемежал слои красок со слоями лака. И это рождает тонкую тающую живопись. Такая лессировочная живопись, когда мазок сплавленный, а он неотличим один от другого, как будто такой туман или какая-то дымка окутывает фигуру, поднимаются высоко вверх парики этих женщин, они тают вот в такой атмосфере. И свет высветляет их высокие ясные лбы. Знание, ум, интеллект XVIII век ценил превыше чувства. «Что значит счастье без рассудка?» – вопрошал современник художника. И сам себе отвечал: «Счастье без рассудка – царство Цирцея. Злая волшебница Цирцея спутников Одиссея превратила в свиней. И они ели, спали, не зная горя». И вот этот рецепт счастья XVIII век полностью отрицал. Царство Цирцея. Значит, прежде всего лежит разум, рассудок. Впереди всего. И если мы обратимся к XVIII веку, то XVIII век – это эпоха Просвещения. Вообще, чем Средневековье отличается от нового времени? Вот когда на кафедре в университете вместо богослова стоит философ, наступает новое время. Это абсолютно точно. Когда все можно проверить разумом. Впереди всего идет разум. Знание, ум, интеллект принадлежит всем. Значит, все могут быть образованными, просвещенными, лучше свою природу. А человек – цельное средство природы, и все рожденные, считала эпоха Просвещения, равны. Мы сейчас знаем, и 20 век множество раз подтвердил, что у каждого свой потолок. Это очень грустно, но у каждого свои возможности. А эпоха Просвещения считала, что все люди равны. И культура Просвещения, как очень много, зародилась в Англии. Англия всегда как бы впереди всех была. Но распространение вот этой философии, философ Джон Локк, англичанин, с идеей естественного человека – цель всякого общества – защита личной свободы. Центром культуры стала Франция. Дидро, Вольтер утверждали всесилие разума. Они считали, что разум лежит в основе мироздания. И просветители создавали проекты нового общественного устройства, как бы весь предыдущий опыт человечества считая ошибочным. Раз лежит разум, значит, можно все разумом переустроить. И философия Просвещения очень быстро распространилась по Европе. Екатерина ей увлечена была, и Дидро приезжал в Россию, и она переписывалась с Вольтером. И во всех сферах культуры и искусства торжествовало светское начало. XVIII век – век разума, но его еще называют век мудрый и безумный. То есть он как-то соединял одно и другое. И вот эта философия, философская наука, она всегда в основе мировоззрения лежит. Она определяет вообще эпоху. И новое отношение к человеку рождается. Ценность личности сама по себе. Каждый человек ценен, неповторим. Уже просто потому, что он не такой, как все. Каждая индивидуальность. В России эпоха Просвещения – это Ломоносов, это Новиков, Радищев, это Иван Иванович Шувалов, с которым Ломоносов создает, основывает университет в Москве, Академию художеств в Петербурге. Это Львов, это поэт Хирасков и поэт Капнист. И Всенародный театр был в Петербурге основан. Журнал «Живописец» Новиков издает в Москве. И там он на странице журнала обращается к просвещенному читателю и высмеивает читателя, который его журнал использует на завертке. И литература и искусство утверждают идеи государственного служения Отечеству. И портреты эпохи Просвещения изображают совершенного человека. Одна из особенностей портрета XVIII века – его воспитательное значение. Портрет не предназначался для музея, тем более для русского, который был создан в 1895 году, в 1898 открыт.
Портреты писались для дома, для фамильной галереи. 18 век – это время, когда создавались фамильные дворянские портретные галереи. Портреты всей семьи, да еще и не раз писали каждого изображенного. Портрет висел в гостиной, в кабинете, в том пространстве, в котором человек проживал свою жизнь, каждодневную. Он изображал совершенного человека. Вот раз человек – средство природы цельное, значит, оно совершенное. Все плохое – как бы привнесенное извне. А все хорошее – оно человеку изначально свойственно. И портрет изображал самое лучшее качество человека. И портрет висел на стене. Совершенство живописи XVIII века непревзойденное. Если вы хотите узнать, что такое хорошая живопись, что ей подвластно, а искусство это волшебно, оно может все, только время возвратить, оно не может. А все остальное живописи подвластно абсолютно. И если вы хотите увидеть самые лучшие образцы вообще живописи, русской вообще, нужно прийти в Русский музей и посмотреть экспозицию XVIII века. И вы увидите эти непревзойденные образцы, само совершенство. Раз человек совершенный, живопись, изображающая совершенного человека, должна быть тоже самим совершенством. И портрет висел на стене, условно говорил человеку, посмотри, каков ты есть на самом деле. И ты таким можешь стать, если будешь стремиться к совершенству. Эпоха Просвещения наивно полагала, что совершенство возможно. И что при помощи искусств и наук человек может стать совершенным, улучшить свою природу. И если книгу нужно взять с полки, нужно еще, чтобы она там стояла, нужно знать, как она называется, кто ее написал, раскрыть и читать, то портрет таких усилий колоссальных не требовал. Он просто висел, и человек бездумно часто скользил взглядом по этому портрету. Это было примером, каким должно быть, каким нужно быть, каким хорошо быть, каким достойно быть. И перед нами идеальный образец прекрасных женщин. Посмотрите, более мягкий, такой добрый характер у Суровцевой и более ироничный характер, может быть, более такой едкий, у графини Санти. Когда в 1905 году мироискусники Дягилев, Бенуа устроили грандиозную выставку в Таврическом дворце в Петербурге, а Дягилев на тряской телеге объездил всю провинцию и собрал, заручившись письмом, подписанным самим государем, императором, собрал из частной коллекции портреты и собрал и показал портрет 18-19 века. Были заново открыты, забыты уже великие художники 18 века. И Рокотов, и Левицкий, и Боровиковский. Они первые начинают серьезно изучать, искусствоведчески изучать наследие 18 века. Тогда в русском искусстве, уже начало 20 века, появляется вот эта старомодная форма овала. Как что-то текучее, вот взгляд скользит по форме этого портрета. Это рождает как бы еще дополнительный аспект. В портрете важно все. Размер портрета. Будет изображен только весь человек, только лицо, это поясное или погрудное изображение. Каждая деталь, вот кроме лица, все аксессуар. Каждый аксессуар будет играть на образ. И в портрете важно все, в том числе и формат. Это будет круг, это будет прямоугольник, квадрат, горизонтально вытянутый. Абсолютно все создает образ. Это текучая мягкая форма овала, рождает впечатление текучести такого внутреннего состояния героинь. Вот есть что-то такое недосказанное. И это гениально заметил советский поэт Николай Заболоцкий. Он написал экспромт, который посвящен портрету, находящемуся в Третьяковской галерее Рокотовскому портрету. Начинается так: «Любите живопись поэта, лишь ей единственное дано души изменчивые приметы переносить на полотно. Ты помнишь, как из тьмы былого, едва закутанного атлас портрета Рокотова, снова смотрела Струйская на нас. Ее глаза, как два тумана, полуулыбка, полуплач. Ее глаза, как два обмана, покрытые мглою неудач. Полу-полу. А что же именно? А в том-то и дело, что конкретно ничего нет. А есть некое такое психологическое вообще. Какая-то недосказанность, такая как бы вот зыбкость, неопределенность, настроение. Но портрет второй половины XVIII века, русский портрет, имеет одно очень удивительное качество. Когда смотришь на эти портреты, возникает ощущение, что модели изображенные, они живут. Живут своей жизнью, в настоящий данный момент. Они знают, что мы на них смотрим, позволяют себя рассматривать и относятся к этому спокойно и благожелательно. Вы согласны со мной?
Портрет имеет такое свойство, это рассчитано как раз, вот такой контакт. Есть еще одна такая особенность портрета – очень большая дистанция. Вообще дистанция – это одна из характеристик портрета. Когда идет атрибуция, когда написано произведение, вот это свойство, оно учитывается. В XVIII веке дистанция колоссальна, она просто огромна. Очень далеко модель и зритель – и очень далеко расположены модель и художник. Мы не можем подойти близко и как бы заговорить, обратиться к этому портрету. Они дистанцированы от нас. И вот это еще больше уверяет нас в том, что это идеальный образ прекрасной женщины. Ну что же, посмотрите на цветы на их платьях. Вот приколотый к лифу цветок. Или вот к парику. Он имел... Ну, значение как деталь костюма. Как часы на ленточке или вот эгрет, такая булавка с драгоценными камнями, которые так подрагивали. Или как брошь. Украшение костюма. Но вот в этом портрете рокотовском появляются цветы, которые как-то вызывают очень такой странный интерес. Потом у Боровиковского цветок окажется в руках у героини. Это тоже заговорит, что-то очень конкретно нам скажет об изображенной женщине. Возникает странное ощущение. Вот век мудрый и безумный, он создает такие образы, которые рождают ощущение внутренней жизни. Вот еще есть такая поэма у Алексея Толстого «Портрет». Юноша полюбил женщину, изображенную на портрете. Странно было видеть каждый раз в ее лице иное выражение. Таких оттенков множество не раз подсматривал в один и тот же день я. Менялся цвет, неуловимый глаз, менялась губ, неясное движение. Ну, ничем хорошим, конечно, этот роман не закончился, горячкой, бредом, но остался герой жив. Но надо сказать, что только следующая эпоха, эпоха романтизма, подметила очень важную особенность русского портрета второй половины XVIII века, его одушевленность, его витальную силу. Сам XVIII век это не заметил. Если бы он заметил, он бы это обязательно как-то обозначил. А в XVIII веке вообще не было никаких вот свидетельств литературных или там... Только эпоха романтизма заметила это очень очевидное для нас качество портрета, одушевленность портрета. Но несмотря на то, что эти женщины разные, у них много общего. Вы согласны? В трактовке образа, в том, как художник их изображает. Подтянутые, красивые. Посмотрите, как словно из глубины старинных таких зеркал, потемневших от времени, смотрят на нас эти женщины. Как горделивые их позы, как смотрят они на нас вот, с чувством глубокого достоинства. Раз они само совершенство, они имеют право смотреть на нас. Ведь мы от совершенства бесконечно далеки. Мы просто люди другого времени. Был художник, который был признан своей эпохой, эпохой просвещения, чтобы на языке живописи ответить на самый волнующий вопрос современности. Что же такое человек? Его место. Вообще весь XVIII век, весь портрет XVIII века – это поиск ответа на место человека в картине мироздания. Ответить на вопрос, какие связи у человека были с самим собой, с согражданами, с государством, с Богом, с природой. И портрет XVIII века ответы на эти вопросы дает. Ну и был художник, который был эпоха призван, и который на эти вопросы ответил. Это Дмитрий Григорьевич Левицкий. Я вам сейчас пролистаю и покажу, простите меня, покажу всю сюиту, живописная сюита. Сюита – произведение, состоящее из нескольких частей, они разные по теме музыкальной части, но собой являют единое целое. Эта серия «Воспитанник Смольного института» вошла в историю искусства под музыкальным названием «Живописная сюита». Что волновало людей эпохи Просвещения? Вопрос, который обсуждался в комиссии по составлению нового уложения. Это законодательная такая комиссия. Что обсуждались в литературных произведениях? Какой вопрос обсуждался? В частных письмах, в дневниках, в частных беседах. Как воспитать совершенного человека? Раз эпоха Просвещения верит во всесилие разума, значит, нужно решить, как этого человека создать. Надо сказать, что идеалы эпохи Просвещения, они в нашем русском обществе очень сильны до сих пор. Как только происходит какой-то слом в обществе,
начинают обсуждать так, как будто бы вот не было эпохи Просвещения, не было 18 века, не был получен результат отрицательный, но он был получен, а это тоже результат. Как воспитать совершенного человека? Вот рождаются все безгрешными. Почему так много пороков? Дурные примеры, плохие условия воспитания, неправильное устройство общества. Как бы условия нужно изменить, и тогда можно воспитать совершенного человека. Екатерина, которая увлекалась идеями просветителей, она на практике очень многое проверила. И получила результат. И надо сказать, он был, с одной стороны, отрицательный, а с другой стороны, очень много положительного принес. И она создает воспитательное училище. Воспитательный дом в Москве. Там 600 даже человек могло сразу воспитываться. И туда сдавали незаконно рожденных детей, аристократы. И там было очень много людей воспитанных с интересными судьбами. Воспитательное училище при Академии художеств. В Академию художеств стали принимать не 16-летних юношей, которые отмечены печатью таланта, а 5-6-летних мальчиков. И Смольный институт, детище Екатерины II. Это первое женское учебное заведение России. До этого девочки в России получали домашнее образование. И Екатерина, она узнала систему образования женского в Европе, были посланы специальные эмиссары, они доложили, и очень многое она как бы соединила вместе, сделав такую как бы, соединив систему очень логичную. В Смольный институт принимали девочек из знатных, но бедных семей. Почему бедных? Богатые на такой эксперимент, они просто не могли отдать своих дочерей. Ну, а бедным как бы это был выбор, как бы все-таки можно устроить своего ребенка. И первые наборы, они были самые интересные по судьбам, и, может быть, потому что о них больше писали, и о том, что, может быть, потому что больше внимания уделялось, и Екатерина очень много внимания уделялась. На протяжении 12 лет, с 6 лет до 18, учились в Смольном институте. Девочки были изолированы от семей, практически от общества были изолированы. Когда я говорю это своим ученикам, школьникам, которые мне часто говорят, как трудно им учиться в школе. Учиться всегда было нелегко. Это труд, и труд тяжелый. Но он благодарный труд, он дает результат. В Смольном учились на протяжении 12 лет. Чему учили? Точным наукам, и физику, и математику, естественные науки. Очень много внимания уделялось языкам, итальянский, французский, немецкий учили язык. И еще больше всего внимания уделялось музыке и театру. Там и рисунку учили, но очень много внимания уделялось именно музыке. Музыке и театру. Потому что при помощи наук и при помощи искусства человек может стать совершенным. Все воспитанницы делились на 4 возраста. Ушлой жизни выражение «кофейная барышня». Вот эта маленькая княжна Давыдова в кофейном платье кофейного цвета. Значит, очень маленькая девочка, от 6 до 9 лет. И затем голубые платья, потом серые, выпускницы последние 3 года носили белые платья, форменное платье. Вот это форменное платье, еще пелерина, но это такие парадные платья, а были более будничные платья. Левицкий был художником, который любил писать детей. И, надо сказать, они ему удавались лучше портретов взрослых, портреты детей. Были художники, которые писали портреты стариков лучше. Например, Антропов. А были художники, которым удавались именно детские портреты. И это Дмитрий Григорьевич Левицкий. Надо сказать, ребенка изобразить очень трудно, потому что неопределенная судьба его как бы очень много. Но у ребенка меньше пороков. И потому эпоха Просвещения, она обратилась. Вот Левицкий обратился к такому юному возрасту. Левицкий по заказу. Несомненно, заказчица была Екатерина II. Но через Бицкова этот заказ выполняется. И этот заказ осуществляется на протяжении 5 лет. Растет мастерство художника. На протяжении 5 лет пишется 7 портретов. 9 лучших воспитанниц Смольного изобразил художник. 1772 по 1776 год создают Иван Иванович Бицко. Он был директором всех воспитательных учебных заведений. И Московского воспитательного дома, и училища при Академии художеств, и Смольного института. Ну вот, что было в Московском, это отдельно.
отдельное. Вот что было в Академии художеств. Бесько раз в год писал отчеты. И эти отчеты иногда вопиющие такие факты. Он писал, например, ученики тайными опасными дорогами, ученики Академии художеств, выходя из Академии, гуляли по своей собственной воле, чего последовало вящая порча их нравственных качеств. А в одном из отчетов он с горечью пишет, кажется, готовится население для диких лесов. Но Академия жила своей напряженной жизнью, выполняла главное задание. Готовила мастеров кисти, резца и выполняла это блестяще. Надо сказать, что и воспитатели, вот нужно отдать под надзор воспитателей, воспитывать в определенной системе. А воспитатели, они тоже не всегда отличались благонравием. Вот Бицко пишет, что музыкант Генц в классах не появляется, оправдывая свое отсутствие слабостью льда на Неве. Однако за жалованием всегда исправно приходит. Учитель церковного пения и чтения Фаняев буйствует, ходя по коридору в нетрезвом виде, изрыгая непечатное ругательство. То есть от несовершенства этого мира оказалось деться некуда. А в Смольном? В Смольном была другая история. Почему девочек? Екатерина считала, что вот она воспитает дворянок, они воспитают образованных детей, через два поколения все русское дворянство будет образованным. Это было действительно так. 18 век – это появление женских библиотек, женских романов, это читающие женщины, это образованные женщины. Декабристы все любили читать. Это как раз два поколения спустя. И перед нами две девочки. Одна совсем маленькая, другая уже второго возраста. И маленькая еще ничего не умеет. И она восхищенно смотрит на свою старшую подругу, которая не только стоит, но и что-то вот руками уже может показать, изобразить. И вот это восхищение младшей девочки, старшей подругой, художник очень точно передает. Назначение портретов. Во многих книгах написано, что они писали для украшения учебного заведения. Вряд ли. Очень многие склонны считать, что это заказ для, по заказу Екатерины, лучшие портреты для украшения интерьеров, в которых, собственно, проживала императрица, потому что это ее детище, это то, чем она гордилась. Смольному уделялось колоссальное внимание, огромное внимание. Вот они гуляли по летнему саду, а санкт-петербургские ведомости сообщали о том, какие у них хорошие манеры, какие они воспитанные, какое они такое благоприятное впечатление производят. И девочки изображены не на прогулке, они изображены на сцене. Это театральные декорации. И это портрет, который по праву считают лучшим портретом. Это портрет Екатерины Хрущевой и Екатерины Хованской. Дата исполнения 1773 год. Размеры портретов, они огромные, в полный рост, они большие, они великолепные, они прекрасны по живописи. Это само совершенство живописи. 164 на 129 размер портрета. И они разыгрывают сценку французской комедии «Капризы любви». И одна одета в костюм пастушки, другая в костюм пастушка. Пастушок берет подругу за подбородок, с ней заигрывая. Подруга стоит от смущения, едва дышит. Два разных характера. Вот в наш лексикон слово «индивидуальность» вошло прочно. Мы даже не мыслим современную речь без этого слова. А в русском языке это слово появилось во второй половине XVIII века. Язык адекватен мышлению. Оно появилось в языке, оно появилось и в искусстве. Вот перед нами дети, девочки, нельзя назвать их красавицами. Но они так хороши своей юностью, своей прелестью. Вот урок этого, там идеал. А здесь человек, он, конечно, идеальный, но он при этом не утратил свою индивидуальность. И портрет словно говорил, посмотри, каким ты можешь стать при помощи искусств, при помощи наук, и при этом ты не утратишь свою индивидуальность. Не станешь таким, как все или как кто-то. Ты останешься самим собой. И бойкий, веселый характер Хрущевой, когда Густав, король Швеции, кузен Екатерины II приезжает в Петербург, ему показывают все самое лучшее. Конечно же, Смольный институт. И он был так пленен игрой Хрущевой, что снял бриллиантовый перстень и подарил ей за ее искрометную игру в этой комедии. А подруга ее отличалась такой скромностью, застенчивостью, нервическая была такая. Вот провалиться ей сквозь землю, и было бы славненько. Она стоит и едва дышит. Пальчиком она сжала этот кружевной фарточек. Вторая рука у нее прижата к бедру, ножки строго в позиции,
Она боится повернуть голову, скосила глаза в сторону своей подруги. Два разных характера. Бойкая и веселая, и скромная и застенчивая. Как точно передает художник черты и индивидуальность этих девочек. И эти декорации кажутся настоящими аллеями сада, парка, там какое-то строение. И возникает впечатление, что вот эта жизнь, которая является театром. Считала, что ребенок — чистая доска, и люди таковы, какими их учинить желают. И художник изображает успехи нового воспитания. Вот то, чему их в Смольном научили. Это спектакль, конечно, но спектакль тонкий, приподнимающий завесу над жизнью человеческих чувств, острых, подвижных. И Денис Дидро говорил, что жизнь — это театр. Жизнь в обществе — это жизнь на сцене. Отсюда еще любовь к театру, к домашним театрам, к спектаклям. Надо сказать, что когда ставили пьесы Фон Визина, и надо сказать, что положительные герои оказывали большее влияние на современников, нежели отрицательные. Отрицательные воспринимались как-то не так полно, не в такой полноте, какой воспринимаем, допустим, мы сейчас. Во всяком случае, это не мое мнение, это мнение исследователей. И делал Левицкого это образованный, властным разумом и духом, деятельный человек. И не просто человек, а человек общественный. Индивидуальность, принадлежащая не только себе самой, но своей эпохе, своему времени, идеям и устремлениям своего времени. Однажды у Екатерины спросили, а чего у нас в обществе, имея в виду русское общество, принято не делать ничего? Екатерина резонно ответила: жить в обществе не значит не делать ничего. Уже если ты живешь в обществе, ты служишь этому обществу. Писал Дени Дидро: лицо человека — это изменчивое полотно, которое волнуется, движется, напрягается, смягчается, окрашивается и тускнеет, повинуясь бесчисленным сменам легких и быстрых дуновений, которые зовутся душой. 18 век считал, что человек обладает хитро сплетенным телом плюс душой. Причем душа, она чисто механически приплюсовывалась. Вот хитросплетенное тело плюс душа. Наука еще не соединила, и искусство не соединило. И часто на портретах XVIII века модели изображены с такими какими-то театральными жестами. Разверстая ладонь может означать щедрость или там указывающий жест. Потому что, как понимали, так и изображали. Только следующая эпоха, эпоха романтизма, очень точно соединит движение души с движением тела. И сделает это очень убедительно и органично. А XVIII век пока еще этого не сделал. Ну что же, вот прекрасный портрет, это тоже шедевр. Надо сказать, что вот сейчас эта серия полностью находится в коллекции музея, в экспозиции. Все 7 портретов висят. Это большая отрада для тех, кто приходит в музей. И кто ведет там экскурсию, тем более отрада. Это просто бриллиант в короне русского музея нигде. Только в русском музее вы сможете увидеть эти портреты. Значит, нужно ехать и смотреть. Портрет Нелидовой в полный рост. Она изображена, Екатерина Нелидова, в театральной роли. Размер портрета 164 на 106 сантиметров. Она играет веселую служанку Серпину в опере «Буф» в Пергалезе «Служанка госпожа». Опера «Буф» — это опера «Буфет». В итальянской комедии не было буфета. И когда меняли декорации большой оперы, то на авансцене, вот закрывали занавес, на краю сцены два персонажа, иногда их было три, но пели только два, разыгрывали такую какую-то веселую комическую оперу. И «Служанка госпожа» — это опера «Буф». Она молода, она энергична, она весела. И поэтому ее больной, бедный, богатый хозяин должен слушать все, что она ему скажет. И в результате каких-то вот интриг она за него очень удачно выходит замуж. Служанка-госпожа, и ее игра веселая восхищала современников. Вот как один из современников описывает ее игру. «Как ты, Нелидова, Серпину представляла, ты маску талии самой в лице являла, приятность в действии, с чувствами взоры, пленили пением и мысли, и сердца. И перед нами служанка Серпина, лукавая, и перед нами талия, муза комедии, и Нелидова, смолянка, которая не уступает в мастерстве профессиональным актрисам. Она играла как профессиональная актриса, все это отмечали. Ну что, нельзя назвать ее красавицей». Вот что писал о ней Долгорукий. «Девушка умная, но лицом отменно дурна, благородной осанки, но короткого роста, черна, как жук».
Ну что, современники не скупились на эпитеты. Красавицей ее никто не считал, а тем не менее мы смотрим на нее, как Левицкий написал: кружево, шелк, вот он легкий и ломкий, даже видно шов, который вот сборку пришил к этому платью. И атласные туфельки с серебряными упряжками, эти ленты на шляпке, искусственные цветы. И вот на шее, на ленточке мятый крошечный крестик висит. И несмотря на это великолепие, эта живопись все равно не заслоняет, не мешает нам воспринимать лицо. Лицо в портрете Левицкого всегда царит. Это главное. Человек важнее всего. И лицо этой девушки, она, конечно, не красавица, но все дышит такой радостью. Умение радовать себя и умение радовать других. И что такое красота? Это не черты лица, это ум, это чувство, это образованность человека. Это то, что для нас, людей 21 века, не утратило значения, что притягательно, привлекательно для нас и сейчас. Это не черты лица, это весь человек в целом. Александра Левшина. «Левушка с попугаючим носом», писала Екатерина в дневнике, «которая выпускала огромный запас гласных, когда я приезжала в Смольный, когда покидала его. Мы любим тех, кто любит нас». Вот она выла, когда Екатерина приезжала отчасти, и плакала тоже в голос, когда Екатерина уезжала. Они и маменькой звали. Екатерина принимает очень такое деятельное участие. Делает из фрейлины, когда она заканчивает Смольный. Выдает замуж за князя Черкасского. Это был, наверное, самый богатый или один из самых богатых завидных женихов. Молодой, красивый, богатый, знатный. И она бесприданница, полноправная хозяйка, вошла в модный петербургский дом. И Екатерина как-то никак не отметила ее очень раннюю смерть. Она умирает в 24 года. Здесь она 18-летняя выпускница Смольного, изображена в танце. Есть два мнения, что это спектакль балетный, какая-то фигура балета такого. А есть мнение, что танцует такой польский танец, вот такой танец шествия. Во всяком случае, когда родные иногда могли навестить своих детей, то во время этих навещений в определенные часы, они были довольно редкими, присутствовали воспитатели еще, как бы на втором плане, смолянки выступали с такими вот танцами. Еще театр был одним из главных видов искусства, и на сцене учебного театра в Смольном институте там разучивали пьесы, учили танцам, и когда приходили гости или когда приезжали почетные какие-то гости, устраивали такие спектакли. Вот она изображена во время танца. И о том, что это торжественный танец, такое шествие, говорит и ее неширокий шаг, и эта отведенная рука, все наполнено вот такими округляющимися линиями, округляющиеся формы шляпки и лент, и вот этих оборок на платье. И круглая ваза – это лестничная площадка, вот балюстрада, наверху балюстрады стоит и круглящаяся ваза, все рождает впечатление такой неспешного ритма. Вот линейный ритм этих портретов, он необыкновенный, в каждом портрете свой. И они очень изысканы по цвету. Вот на экране это не передать, но совершенно сияет этот вот из тончайшей вуали передник, шелк сияет каким-то радужным отливом. Он прозрачный, он легкий, он осязаемый, великолепный. Все равно главное в портрете лицо. Портрет Борщева. 16-летняя Борщева исполняет стремительный испанский танец. О стремительности говорит ее поза. В такой позе человек не может стоять, он может находиться мгновение, то есть какой-то момент движения ее. И развивающаяся мантилья за ее спиной, и отведенная рука, и вниз стремительно, как и движение изображенное, вот вниз стремительно уходит балюстрада лестницы. Все говорит о стремительности этого танца. Бархатное платье, отороченное золотым кружевом. Это могла быть медная проволока, могло быть золотая нить, растеатральный костюм, но тут трудно сказать. Бархат, черный цвет, очень трудно для живописца. Черный и белый. Левицкий легко обращается к этим трудным задачам живописным, блестяще их решает. И назвать красавицей эту девчонку 16-летнюю совершенно невозможно. Но опять, сколько в ней живости, сколько жизни, сколько очарования, сколько веселья, почему не поддельного, а искреннего в этом изображении.
Портреты, которые можно назвать, они являются парами. Это ансамбль. Он укладывается в такой ансамбль. Они висят, обращенные друг к другу. Алымова, вот она перед вами, Молчанова. Между ними Борщева изображена. 18-летние девушки. Вот они в белых платьях. И Молчанова изображена с книгой в руках. Она читает стихи. Она отличалась очень большими познаниями в точных науках. Чтобы это подчеркнуть, художник рядом с ней изображает старинный физический прибор. Это вакуумный насос. Откачивали воздух, туда помещали мышку или крыску, или птичку. Птичка умирала или мышка умирала. Вот так декольтированные дамы развлекались в эпоху просвещения, даже вот в гостиных опытным путем мир познается. У англичанина Райта есть картина «Опыт с попугаем» в Лондонской галерее. Там роскошный белый попугай откачивает воздух, он там должен умереть, но пока он на картине еще жив. Вот этот вакуумный насос, он как бы говорит о ее познании в точных науках. Она потом написала несколько математических трудов. И вот она вся собранность и аккуратность. Вот она как муза точных наук изображена. И в пару к ней написан портрет выпускницы Алымовой. Алымова. Она играет на арфе. В XVIII веке музыкальный инструмент мужской — скрипка. Арфа – женский инструмент. Она была лучшей арфисткой своего времени. И этому ее научили в Смольном институте. Вот если Молчанова такая вся собранность, то Алымова – она такой ироничный характер. Она оставила очень интересные воспоминания. Поскольку она была 18-м ребенком в семье бедного бригадира и лишилась очень рано родителей, то есть надеяться было не на что. И вот изолировав от общества ребенка, как бы поместив, изолировать от общества невозможно. А ее брал с подругами на такие каникулы зимние, там, весенние, к себе Иван Иванович Бицкой, ну как бы вот на праздник. И его дом был роскошен, рядом с летним садом, там был висячий сад. Висячий сад у графа Орлова, у Екатерины в Царском селе, у Ивана Ивановича Бицкого. Сам висячий сад уже на уровне там, второго этажа, уже роскошь. В этом богатом доме она с подругой вот, как бы могла праздник встретить. И она следила, она пишет, с растущим интересом, а затем большим и большим раздражением за его ухаживание. И пишет, что если бы он решился, она бы не раздумывая согласилась выйти за него замуж. Но он не решился. Ей 17 лет, а ему 70. Значит, нельзя изолировать человека от общества. Как не помещая его в идеальные условия. Но Екатерина поставила задачу, чтобы дворянство было просвещенным и образованным. И эту задачу она блестяще решала. Смольный институт, он продолжал существовать. Открывается отделение не только для дворянок, но и для более низкого сословия. И он просуществовал до 1917 года. Ну что же, серия, которая была исполнена Левицким, она совершенно уникальна. Это вообще шедевр русского искусства. И Левицкий ответил на очень важный вопрос. Что такое человек, его место в обществе, жизнь театра? Но это театр очень тонкий, изысканный. И еще Левицкий сказал нам, что такое красота. И красота, исполненная кистью Левицкого, нам очень убедительно показала, что это не черты лица, что это не внешнее, а внутреннее. Это весь человек в целом, его образованность, его талантливость, его умение жить в обществе, быть в обществе. Каждый человек – существо разумное от рождения по природе. И при помощи наук, при помощи искусств он может стать еще более совершенным и, следовательно, более красивым. Вы согласны со мной? Ну что ж, ну наступает следующее время, следующая эпоха. Вот мы встречаемся. Вот характеристика. Дистанция. Дистанция здесь сокращается. Вот дистанция между зрителем и моделью. Посмотрите, как доверчиво к нам обернуло свое лицо эта молодая женщина. Это Владимир Лукич Боровиковский, портрет Ольги Филипповой. Ее муж работал учителем в Петербурге. Он был причислен помощником архитектора при строительстве Казанского собора. Еще он был другом Боровиковского и был его душеприказчиком. Портрет был написан в 1790 году. Он небольшой по размеру. 66,5 на 51,5 сантиметр. То есть это очень... Можно подойти поближе. Эта живопись, она рассчитана на то, чтобы ее рассматривали с очень
небольшого расстояния, так доверчиво обернула к нам лицо эта женщина. Вспомните рокотовских дам, как они были подтянуты, как горделивы. Здесь ничего подобного нет. Сказать, что эта женщина не одета и не причёсана, нельзя. Но ее прическа и ее одежда, она совершенно иного свойства. Это прическа и одежда для частной жизни. Это не человек в обществе. Это человек наедине с самим собой и еще с природой. Посмотрите, рассеялись цветные сумерки на портретах XVIII века. Мы увидели человека, который одет, изображен на фоне вот, природы. Природа колыбели, из нее вышел человек. Она изначально дружественна к нему, считали люди эпохи сентиментализма. Сентиментализм – последнее десятилетие XVIII века в русской культуре. Боровиковский завершает XVIII век. Это художник, чьи произведения есть в постоянной экспозиции Лувра. То есть это очень высокая оценка. «В миру с соседями, с родными, в согласии с совестью моей, в любви с любезной семьей я здесь отрадами одними течение мерю тихих дней. Приютный дом мой под соломой, по мнению, низок, невысок, для дружбы есть в нем уголок, и к двери знатным незнакомой. Забыла лень прибить замок». Таков идеал жизни русского дворянства конца XVIII века. Вот перед нами такой идеальный портрет. Обращение к небольшому портрету еще вызвалось неудовлетворением большого парадного портрета. Форму парадного портрета перестали отвечать запросам общества. И появляются изображения в натуральную величину, такие полуфигурные изображения человека. В 1781 году писатель-сентименталист Кутузов писал: «Смешанные чувствования, сравнивая его с простым, имеют в себе нечто нового, нечто трогающего. Ибо одно движение возвышается сопротивлением другого». Вот веселый острослов Капнист в своих стихах предстоит скорбным поэтом, который воспевает уединенную, чуждую суеты и тщеславие жизнь. Есть модное английское слово «сплин», а есть русское слово «меланхолия». Вот так меланхолично, как-то печально задумчиво смотрит на нас эта женщина. Жан-Жак Руссо писал о том, что истинно нравственный, неиспорченный человек не может любить пышность и вычурность богатства. Он враг всего искусственного и показного. О своей героине он сообщает, что она выбирала всегда простые наряды, стремясь лишь к тому, чтобы они были изящными. В устроенном ею саду она предоставляла действовать естественным силам природы, правда, направляемым разумной рукой человека. Как не вспомнить Павловский парк под Петербургом. Эти идеи, определившие не только новую этику, но и новые вкусы эстетические, вошли в сознание широких слоев образованного дворянского общества, повлияли на быт, на поведение человека, и они сказались на характере портретных изображений. Живопись такая легкая, смытая, гамма такая спокойная. Бенуа очень остроумно заметил, что все красавицы Боровиковского выглядят несколько заспанными, будто не спали несколько ночей кряду. Некая такая общность типологическая. Кисть касается холста и рождается цветок. Изображены женщины на фоне цветущих кустов сирени или роз, или держат в руках цветок. О чем говорит цветок в пальцах у героини? О молодости ее пальцев, о поэтичном восприятии мира, о нежности этой героини. Во всяком случае, этот цветок как-то что-то уже более конкретное заговорил о человеке. А то, что у Рокотова в портрете Санти чуть-чуть как-то вот как-то брезжило как какой-то смысл, но не ясно. Здесь уже что-то стало более определенно. Обратите внимание, как вот эти локоны, они словно ветром развеяны, они сочетаются с рисунком облаков, с этими кустами, на фоне которых она изображена. Такое единое целое – человек и природа. Ну что, спокойствие души и совести, истинное совершенство, считали современники. Настасья Плещеева, подруга и вдохновительница Карамзина, будет писать о своем проклятом нежном сердце, будет любоваться и мучиться противоречиями и сложностью чувств своей души в дневнике. Это так. Малый формат в живописи, малый формат в литературе. «Бедная Лиза», «Поезд бедная Лиза». Чем она заканчивается? Крестьянки любить умеют. И способность чувствовать, оказывается, обладает не меньшей ценностью, а, возможно, о ужас, даже больше, чем способность мыслить. Чем заканчивается эпоха Просвещения? Во Франции была Великая Французская революция, в России была Пугачевская война. Надо сказать, в России никогда не было безоговорочной веры во всесилие разума. И результат был не такой страшный, как во Франции.
И 18 век не узнает себя в крови. Вот чем заканчивается эпоха Просвещения. Вера во всесилие разума, она не оправдалась. Снова Боровиковский, это знаменитый портрет. Это два портрета лучшие. Боровиковский, он весь хороший, без исключения. Причем это художник-универсал. Он и иконописец, и мастер большого парадного портрета, и миниатюрист. Очень редко можно встретить художника, который мог писать миниатюрные портреты, большие. И автор портрета «Прогулки». А вообще влияние культуры Англии в его живописи, несомненно, но в Англии он не был. Как-то он универсальный художник. Он просто настолько был талантлив, он впитал как бы идеи воздух времени, что выразил это очень, во всей полноте. Ну что, портрет Арсеньевой. Арсеньева, она дочь боевого генерала Екатерина Николаевна. И портрет написан в середине 90-х годов. В руке она держит яблоко. Задорно торчат на соломенной шляпке колосья. Она как бы играет такую пейзаночку. На ней как бы такое простое платье крестьянское, соломенная шляпка. Что-то такое как бы народное, природное, близко к природе. И она так прислонилась к этой балюстраде или к какой-то ограде, или к столику в саду. И в руке она держит яблоко. Яблоко в руке на портрете у женщины 18 века. Боровиковский очерчивает поле смысла, но он ни на чем не настаивает. Может быть, это Ева с яблоком в руках. Но для 18 века, особенно для конца 18 века, характерно, когда, скорее всего, это «Суд Париса», любимый сюжет. Львов пишет текст оперы «Суд Париса». И на плафонах музыкальные произведения создавались. И на плафонах «Суд Париса» часто встречается в дворцовых интерьерах. Это очень любимый сюжет «Суд Париса», когда золотое яблоко богиня раздора пустила на свадебном перу богиня Фетиды. Выдавалась замуж за героя Пелея, и на ее не пригласили, богиню раздора, она всем отомстила, причем очень остроумно. Она взяла золотое яблоко, написала прекраснейшее и пустила по столу, и за свадебным столом все богини перессорились. Ну, второстепенные богини быстро понимают, что не могут участвовать. Главный спор – Гера, жена Зевса, Афродита, сестра Зевса, и Афина, дочь Зевса, заспорили. Зевс недаром был повелителем богов, он сказал, что это сложно. Парис, он там царский сын, пасет стада, он знает природу, он знает, что такое прекрасное. И богиня прямо со свадебного пира перед изумленным Парисом очутились. И Парис присуждает, несмотря на то, что ему сулили там знатность и богатство, и славу воина. Он присуждает яблоко Афродите, она ему посулила самую красивую женщину на свете, прекрасную Елену. И суд Париса, любимый сюжет, несомненно, это Афродита. Но назвать богиней красоты эту девочку нельзя. Слишком скуластое лицо, слишком курносый нос. Но есть в жизни каждой женщины период, когда каждая красавица, каждая Афродита, когда молодая, по праву молодости, она держит в руке это яблоко. И задорно торчат колосья, и весело она смеется, и очаровательные ямочки на щеках, и она полна такой жизненной энергии. Она знает, что нам нравится, и она нам нравится. Вот перед нами идеал красоты. Ну что, уединенность героя наедине с природой позволила живописцу открыть мир простых чувств, передать такую поэтическую концентрацию этих чувств. Женские образы Боровиковского преимущественно на фоне природы. И появление уголка нестриженных аллей связано с культом девственной природы и еще с тем, что при дворе стареющей Екатерины служить становится все сложнее. Человек всегда ищет место, где бы ему было... комфортно. И это оказалась усадебная среда, природа. Надо сказать, что в провинциальных портретах, которые исполнены не столичными художниками, форма сентиментального портрета, она была, а содержания этого не было. Потому что провинциал прекрасно знал, что никакой поэзии жизни на природе не подразумевает. Ну что, новый идеал создает Орест Адамович Кипренский, когда написал вот этот портрет. Это портрет Екатерины Сергеевны Авдулиной. 1822 год или 1823 год. Он небольшой по размерам, 81 сантиметр на 64 сантиметра. Романтики ценили превыше всего красоту. Но красоту чего-то необыкновенного, особенного, отличного.
Почему сентиментализм всего 10 лет, а потом уходит? Потому что на смену ему идет полный сил, энергии, молодой стиль в Европе, в русском искусстве изобразительном направлении романтизма. Слово романтизм, романтический, значит, этимология слова «жизнь» похожа на роман. Походы Наполеона, с них начинается XIX век в Европе. В России XIX век имеет точную дату рождения – 12 марта 1801 года. Смерть императора Павла. Наступает новое время. Это все ощущают. Наполеоновские войны, его походы, когда менялся мир, когда рушились основы, пережитый результат эпохи Просвещения приводит к ощущению того, что мир очень сложен, он не прямолинеен. И развитие от простого к сложному, от худшего к лучшему, все-таки не так происходит. Мир сложен, и человек тоже очень сложен. Человек не только цельное средство природы, но часто поступает вопреки логике и во вред себе. И сложность понимания природы человека приводит к сложности портретного образа. Если просветители видели возможность переустройства общества в переустройстве государственного управления и так усовершенствовать природу человека, если сентименталисты обратились к родовым чувствам, таким семейным ценностям, врожденным чувствам родственным, то романтизм провозгласил свободу духа. Это была абсолютная свобода. И романтизм создает образы людей диаметрально противоположно. Это или герой, который уходит в свой внутренний мир, или герой, который может себя всему миру противопоставить. Вот новый образ создает Кипренский, когда написал этот портрет Авдулиной. Эта женщина сидит не в комнате, она сидит у стены. Это не окно, это проем в стене. И стоящий на вот как бы подоконнике стакан с цветком гиацинта, облетающим цветком гиацинта, он очень много говорит. Вот у нее наклон ее фигуры и наклон стебля цветка совпадают. Облетающий цветок, он словно говорит о тех утратах, которые пережила эта женщина, каких мы не знаем. А вот за этим оконным проемом мы видим природу. И это не та природа, которая была у Боровиковского. Это природа, которая замерла в ожидании бури. А буря будет, несомненно будет. Посмотрите, какие тучи собираются. И природа ждет этой бури. И поза замкнута у героини. Это настоящая леонардинка. Руки сложены, как у Моны Лизы, как на портрете Леонардо да Винчи. Романтизм легко и свободно обращается к разным эпохам. Он открывает красоту прошлого времени, прошлых эпох. Это могли быть и испанцы 17 века, эпоха Возрождения. Спокойно обращались не только античность, но и другие времена. И красота этой женщины на гребне. Вот закончился расцвет, а увядание еще не началось. Она вся уподоблена хрупкому цветку. И вот этот чепец по моде того времени, головной убор, они разные формы носили замужние женщины, он как такая дымка, стеклянная дымка, легкая, окутывает фарфоровое лицо, фарфорово-бледное лицо. Мазок сплавленный, вот как эмаль. Неотличим один от другого, такая гладкая эмалевая поверхность живописи. Как написаны все детали костюма. Этот сложный веер, ее нельзя представить с раскрытым веером. Язык веера, раскрытый веер — это полнота чувств, это обращение, это желание как-то общаться. А сложный веер — это закрытость. И как великолепно написано «жемчужное ожерелье». У дворянок был обычай в жемчужное ожерелье каждый год добавлять по жемчужине. Один из исследователей пишет, что 33 жемчужины он сосчитал по количеству лет, сколько лет этой женщине. И как написано, это драгоценная шаль. Шерстяная шаль, мода на шали пришла в Европу, в Париж, после похода Наполеона на восток. И из Парижа быстро в Россию. По количеству, по качеству этих шалей можно было следить. Не только о вкусе, о достатке женщины и возможностях. И современники писали, что шаль — это украшение, которое к лицу любой женщине абсолютно. Как великолепно написаны все аксессуары, но все равно вот это хрупкое лицо, фарфоровая хрупкость лица — она восхищает, и к ней прикован взгляд художника. И новый образ, вот идеал красоты создает художник. О чем это произведение? О хрупкости человеческой жизни, о невозможности зафиксировать ускользающую красоту этого мира, о приходящей красоте всего находящегося в этом земном мире.
И вот эта новая мысль, высказанная через женский образ, она звучала очень убедительно. Но романтизм, он создает два образа. И в Первом академическом зале в Русском музее находится портрет графини Юлии Павловны Самойловой. Великолепный парадный портрет Карла Павловича Брюллова. Портрет огромен, 249 на 176 сантиметров. Портрет графини Юлии Павловны Самойловой, удаляющейся с бала с приемной дочерью Амацилии Пачини. В Третьяковской галерее есть картина «Всадница». Там маленькая девочка, стоящая на крыльце. Вот теперь она подросла. И здесь изображена сопровождающая свою приемную мать. Одну девочку она удочерила, другую сделала воспитанницей. Со своих детей она не была. Кто такая Юлия Павловна Самойлова? Подруга Карла Брюллова. Она была последняя из рода Скавронских. Марта Скавронская, жена Петра I. Сказочно богатая, очень независимая, очень знатная. «Только женщина может увенчаться мирозданием», — говорил Брюллов. И глядя на этот портрет, мы, да, склонны с ним согласиться, да. Вот такое впечатление, что весь композиционный строй портрета говорит о восхищении художника своей моделью. У нее локоны словно из бронзы отлиты. У нее наполнены скульптурной формы рука. Она изображена так, снизу вверх смотрит художник, будто она стоит на пьедестале. Для чего нужна воспитанница в костюме турчанки? Она как бы вот ищет опору, она как... равновесие композиции дают. Самойлова в руке держит маску, снятую с лица. Портрет немного не закончен. Она покидает маскарад общества. Ее мир – мир иных величин. Архитектура взята с гравюры Пиранези. Это фантазии Пиранези эпохи Возрождения. Красный, такого звенящего алого цвета занавеса. И на фоне этого красного, бархатного, огромного, грандиозного занавеса героиня не пропадает, не теряется. Наоборот, он выигрышно обрамляется, фоном служит выигрышным этой героине. Она столь независима, что вызывает вот такой искренний восторг, восхищение художника. И это было действительно так. Почему она изображена в маскарадном костюме? Одежда сословна. Вот мы сейчас в одном и том же свитере можем ходить на работу, там, в филармонию, в гости, явиться даже на какой-то праздник. Это нормально. А одежда, она подразумевала принадлежность к определенному сословию. И она изображена здесь королевой, вы согласны? Но это не настоящий королевский, а маскарадный. Появляется огромная серия портретов в халатах. Халат – это частная жизнь. Начиная с портрета Демидова Левицкого, он изображен как частное лицо, не государственное. И потом огромное число людей, которые изображены в такой вот одежде, выхваченные из контекста как бы своего общества. Маскарад – это тоже переодевание. Это не та одежда, принятая в обществе, это маскарад. Но это маскарадный костюм, но костюм королевы. Она действительно королева. И если для портрета Авдулиной вот сложная гамма чувств, которые даже трудно выразить словами, а скорее подойдет грустная музыка, такая песня, элегия. Элегия – самый распространенный жанр русской поэзии этого времени. То для портрета Самойловой подойдет бравурная, ликующая, торжественная, громкая музыка. Это ликование фанфар. Полдень. Шедевр Русского музея, шедевр Карла Брюллова, «Итальянский полдень». 1827 год, год, когда Брюллов задумал свою знаменитую картину «Последний день Помпеи». Когда он посетил раскопки Помпеи, когда рождается замысел, до которого еще было довольно долго, до конца исполнения, но зенит творческих возможностей Брюллова. Вот три полдня, соединяясь вместе, рождает этот шедевр. Полдень – середина дня, полдень – расцвет этой женщины, итальянки, простолюдинки. Брюллов, закончив блестящую академию художеств, едет в Италию, чтобы там продолжить свое образование, и едет вместе со своим братом. Его брат был архитектором, и брат работает на раскопках Помпеи. Брат исполнил акварельные портреты членов семьи неаполитанского короля, и в награду тот разрешил ему работать на раскопках Помпеи. Он так и оказался архитектором помпеянского стиля, покорен навсегда тем, что он увидел там. И он выхлопотал пропуск
Карлу. И он пишет Карлу, что только появление старого сторожа-инвалида приводит его в реальность. Ему кажется, что он попал в античность. Вот отзвуки настроений Александра Брюллова, они звучат, как бы предвосхищают то настроение, которое будет потом в картине Карла Брюллова, его шедевре. И он едет. И вот в 27-м году он пишет эту небольшую работу. Она находилась в будуаре императрицы Александры Федоровны, жены Николая I, в Зимнем дворце. Но ее вариант в Третьяковской галерее, ее копировали и видели художники. Можно было договориться и посмотреть эту картину. Эта картина была привезена, прислана в Петербург общество поощрения художников, художеств, которые, на средства которых едет Карл Брюллов в Италии, художнику довольно строго заметила, что модель, изображенная на полотне, скорее приятных, нежели правильных пропорций. В Академии ценили идеал красоты античности. Эта модель не идеальна. Но художник нам создает свою формулу счастья и красоты. Это такая полнокровная жизнь. Это ощущение радости бытия. Вот как в зеркало эта женщина смотрится в виноградную гроздь. Виноград кислый или сладкий? Как вы думаете? Сладкий, раз он согрет солнцем. И посмотрите, какие у нее блестящие черные глаза, персиковые щеки, эти роскошные плечи, и блестящие черные волосы. Блестит заколка в волосах и сережка, изображенная вот в мочке уха. И красная ткань, вот корзинки или шали этой итальянки. Все восхищает нас. На блузке этой героини, вот здесь КБ, латинские буквы, Карл Брюллов, подпись художник ставит. Да, написано, вот, к сожалению, на экране не видно, но само произведение, оно вызывает ощущение наслаждение, когда его рассматриваешь. Это вот квинтэссенция счастья и красоты, полнота жизни, радость жизни. Это итальянка, это простолюдинка. Что в жизни художника закономерно, а что случайно? По преданию сначала был написан итальянский полдень, а потом Брюллова намеренно знакомят с Самойловой. Он был потрясен, в комнату входит героиня итальянского полдня. Алексей Гаврилович Венецианов, художник, который сделал очень много открытий в искусстве. Это великий художник. Вот если ученый делает открытие в науке, художник делает открытие в искусстве. Венецианов сделал очень много открытий. У него появляется интерьер, у него появляется новый герой, крестьянин, в то время крепостной крестьянин. У него появляются темы национальной природы, которые становятся главной темой во второй половине XIX века. Он вводит вообще совершенно новых героев. В своем имении в Сафонково, Тверской губернии, он пишет крепостных крестьян. И вот перед нами картина «Жнецы». Как прильнул паренек к плечам этой женщины, как смотрит он на этих двух бабочек, которые у нее на руке изображены. На фоне колосьев изображены эти жнецы. Это мир их жизни, их труда. Пахарь, крестьянин, своим трудом кормит царя, священника, воина, художника. И как царь, священник, воин и художник, он тоже достоин уважения. Краски спокойные, такие землистые, природные, такие поющие, мягкие, очень сгармонированные. И состояние такой созерцательности, тишины, предстояния. Венецианов тоже романтик, он нереалист. Это абсолютно нереальный мир, это мир идеальный. И в этом крепостном крестьянине художник вдруг увидел идеал красоты. У Венецианова очень много девушек. Вот эта девушка с бураком. Она очень небольшая по размерам, 29 на 23 сантиметра. У него очень много девушек с бураком, с кувшином, с васильками, в платке. У его героинь много общего, и все они разные. Посмотрите, как сверкнула очами, как гневно сверкнула очами эта девушка. Потом Некрасов напишет: есть женщины в русских селениях, спокойной важностью лиц, с красивой силой в движениях, с походкой, со взглядом цариц. А в живописи это появилось гораздо раньше. У Кушнера, у поэта петербургского, ленинградского, есть такие строки. Слово «нервное» сравнительно поздно появилось у нас в словаре. У некрасовской музы нервозное в петербургском промозглом дворе. А теперь и представить не в силах ровной жизни и мирной любви,
что однажды блеснуло в чернилах, то навеки осталось в крови. Но прежде чем это блеснуло в чернилах, это блеснуло на картине художника, на холсте. Причем не на холсте в раме, а когда он стоял на мольберте. Вот блеснуло и навеки осталось в крови. Открытое искусством остается навеки. Вот как память нации, народа, пережитое, остается. Жница венецианская с колосьями. 30 на 24 сантиметра. Но если сделать вот изображение и на огромную стену большого шестиэтажного, сколько угодно этажного дома, она не распадется, она не будет нелепа. В ней есть цельность, монументальность такая, лаконичность. Посмотрите, как все зарифмовано. Овал лица, изгиб серпа. Вот это линия волос, кокошника, на фоне колосьев жница. Удивительной красоты. Вообще все венециановские девушки, они отличаются красотой лиц. Это национальный тип красоты. Очень ясное, спокойное, гармоничное лицо. Удивительно правильные, красивые черты лица. Они далеки, бесконечно далеки от такого умозрительного идеала, от того, что считала красивым античность. Это наш национальный тип красоты, и они бесконечно прекрасны. Очень ясные лица, спокойные. И вот перед нами идеальный мир. И в этом мире царит идеальная женщина. На фоне колосьев, тех, которых она вырастила и теперь соберет. Женщина, которая взращивает и которая дает жизнь. Идеал красоты венециановский. Ну что, это вариант, который приписывается Федотову, ставит опять вопрос, но это вариант, неоконченный вариант этюд, картина Федотова «Вдовушка». Есть Ивановский художественный музей, есть Третьяковская галерея. Ну, вот в Русском музее у нас вариант Федотовской «Вдовушки». И она похожа на Мадонну Рафаэля Конестабеля из Эрмитажа. Все художники, которые учились в академии, которые были связаны с академией, Федотов не учился, но жил в Петербурге и связан был с академией, они хорошо знали Эрмитажную коллекцию, это несомненно. И наклон головы, вот эта как бы отрешенность от всего обыденного, идеальная красота. Есенин, Сергей Есенин, поэт, выступая на митинге, сказал как-то проникновенно: «Нам нужны Жанны д'Арк и Ярославны. Как те прекрасны со своим знаменем, так и эти со своими слезами». Вот эта женщина, которая осталась вдовой, она ждет ребенка, все имущество опечатано за долги, она прекрасна в своем горе. И Федотов, когда создает свою картину «Вдовушка», он отталкивается от конкретных событий своей семьи. Его сестра оказалась подобным положение. Он отказывается от всего какого бытового, и все более и более идеальным и прекрасным становится образ этой женщины. Ну что, завершать всегда нужно хорошим произведением. Если делать альбом «10 шедевров Русского музея», несомненно, нужно этот шедевр обязательно включить. Это портрет Наденьки Жданович, Надежды Петрович Жданович, за фортепиано, 1849 год. Она изображена в форменной одежде воспитанниц Смольного института третьего возраста. Это совершенно маленькая вещь, 24,5 на 19 сантиметров. Но вот такой шедевр мог создать только гений Федотова. Это нельзя просто вот придумать, это нужно как бы с воздухом культуры, с молоком матери впитать. Вот удивительное ощущение чистоты, энергии есть. Вот на светлом фоне изображена эта юная девушка. Лицо повернуто нам зрителю, а руки и торс в другую. И возникает ощущение энергии. Холодный свет стены, ее платье и теплый цвет дерева, вот стула, на котором она сидит, музыкального инструмента. Удивительная ясность, чистота, какая-то изысканная красота, естественность, юность. Об этой работе можно говорить очень многое, но словами все равно не передать, потому что искусство изобразительное способно очень многое лаконично изобразить, то, что словами долго-долго обсказывать. И лектор, и экскурсовод, он всегда занимается очень трудным и весьма неблагодарным делом. Он переводит язык живописи на язык слов. А изобразительное искусство нужно всегда смотреть. И вот мы с вами подошли, ну, как бы к итогу нашей беседы. И если продолжить, что же было дальше?
Ярошенко со своей курсисткой, которая в Киевском художественном музее, гимназисткой. Это Коровин со своим портретом «Люботович». Это Нестер с портретом дочери Ольги из картины «Великий постриг». Это малявинские героини и Купчихи Кустодиева. Это девушка в футболке Самохвалова и его спортсменки. Каждая эпоха создает свой идеал женской красоты. Это то, в чем каждая эпоха нуждается.